Что такое Академия Смысла? Красная таблетка. Наши желания нам предписаны. Чертоги разума. Идиот — это не тот, кто не думает, а у кого есть набор ответов на все возможные вопросы. Троица. Что у вас за музыка играет? Вы заплатили в РАО? Все, уходим. Так, тема лекции «Зачем вы сюда пришли?» Вот. Она так и называется. Вот. Что такое Академия Смысла? И зачем она нужна? Они пришли, они здесь учатся, но не в курсе. Так, ну зачем нужна Академия Смысла? Учиться мышлению. Мышление, все, наконец-то правильное слово прозвучало. Так, мышление. Что такое мышление? Вот, правильно. Ну, будем написывать моделирование реальности, да? А еще что такое мышление? Это зачем оно у нас возникло? Химическая, да. Реакция. Химическая реакция. Это что оно на материальном уровне? Вот, вот, товарищи, учите матчасть. Вот. Это создание сложных интеллектуальных объектов. Из интеллектуальных объектов попроще. Значит, вот я хочу, чтобы вы поняли этот функционал. Вообще мышлением, условно говоря, можно назвать все, что угодно, потому что наш мозг постоянно занимается тем, что он собирает интеллектуальные объекты. То, что я перед вами стою, является вашей галлюцинацией, это ваш мозг создает у вас в голове. Вот. Меня на самом деле нету, вот. Во мне дырка, вот. И так далее, и так далее, и так далее. Что вы так смотрите? Дырка, слепое пятно у вас в глазу, вот, и но вы его закрашиваете, да, потому что это ваша галлюцинация. Мы постоянно создаем интеллектуальные объекты для того, чтобы ориентироваться в мире. Значит, вот, соответственно, ориентироваться в мире — это что? Это когда мы его моделируем, да, мы его себе как-то представляем, именно для этих функций рождает, мозг работает. И чем сложнее ваша модель, сложнее, тем лучше вы знаете мир. Улавливаете? Вы берете карту Марко Поло и отправляетесь в Индию. Где он там путешествовал? Какой итог будет? Да, можете заблудиться в соседнем дворе. Вот. Но вы берете этот, как его, Google Maps, пишите Индию, любой самый затхлый, так сказать, его часть, и вы туда прекрасно добираетесь. Все зависит от того, насколько сложная карта у вас есть в голове. Собственно говоря, мышление — это навык, да, построение сложных интеллектуальных объектов, из интеллектуальных объектов попроще, да, для того, чтобы смоделировать реальность таким образом, чтобы достигать в ней максимального эффекта, потому что вы точнее ее моделируете. Значит, соответственно, у нас с вами есть три ступени Академии Смысла. Первая ступень, как называется? Красная таблетка. Так. Вторая ступень, как называется? Чертоги разума. Так, а зачем я два раза? Чертоги разума. Так. Третья ступень, как называется? Троица. Все знают. Ступень. Троица. Значит, вопрос на засыпку. Если вы пройдете красную таблетку, учитесь вы мышлению? Нет. Нет. Если вы красную таблетку и чертоги, обучитесь? Нет. Нет. А если и троицу? Нет. Нет, правильно. Вот. Конечно, обучение происходит в жизни. То, что вы здесь осваиваете, является исключительно просто знанием, которое должно быть применено к жизни для того, чтобы оно у вас в голове зафиксировалось. Потому что фиксируются не абстрактные концепты, фиксируются какие-то прихваты, которые у нас организуются во время жизненных каких-то действий. У вас может быть совершенно прекрасное как бы сказать, описание всего, как мышление работает, вы можете все проштудировать, выписать все термины, найти все определения, да, и потом сделать кучу глупостей. Да? Ну, вот. Почему? Потому что это так не работает. Это как хирурга, понимаете, если его учат, там показывают атлас, там все органы, там все, куда резать, все понятно, там и так далее. Потом вы приходите к телу, живому, и надо его, так сказать, шт! Значит, что там вы обнаружите?
Ну, там не до запахов, а потом там ватно-марлевая повязка. Вот. Там все не как в атласе. Понимаете, для того, чтобы там толстую от тонкой кишки в атласе, а толстая фиолетовая, а это желтая. А в реальности они такое розовое, такое бня, еще в сальнике, вот это все. Да. Вот. Поэтому нужен опыт. Поэтому мы учимся здесь не теоретическому знанию. У нас есть куча упражнений, домашних заданий и так далее, которые вы как бы осмысляете, в письмах мне формируете и так далее. Так, зачем нужна красная таблетка? От иллюзии избавляться. Значит, дело в том, что мы все с вами мыслим. Неизбежно. Это наш крест. Ну вот. Значит, мы мыслим, но нам заданы форматы мышления. Форматы мышления. У вас есть ценностные всякие разные культурные установки. Да? Установки. Культурные всякие разные. У вас есть представление о собственной личности. Кто вы такие? Уточнять не будем. Вот. Потому что все думают, что у них есть, но когда начинаешь уточнять, там полный мрак. Ну вот, но, по крайней мере, вы думаете, что есть. Да? Личность ваша. Третье. У вас есть желания, мечты, представления о прекрасном будущем. Вам это долго рассказывали в сказках, понимаете, все прописывали так сказать, в башке. Значит, в рекламе показывали, какие женщины должны быть, какие мужчины должны быть, что такое прекрасная семья, что такое работа, да, в которой дико интересно, прямо страшно себе представить эту работу, вот, и так далее, да, вот. И вы такие идете, как вы, это вот такое здесь, на, это, как его, такое, пелена, и вы такие, где-то там должно быть, вот это вот, да, это наши желания. Наши желания нам предписаны. Ну вот, вы что-нибудь там хотели в детстве? Вам говорили, вот вырастешь, там сделаешь вот это, пойдешь на работу, заработаешь деньги, и будет у тебя все. И вы думали, о-о-о, да? И надо туда идти. Вот. Все набрали. Вот. Значит, соответственно, у нас есть целый иллюзион, вот, который, собственно говоря, определяет наше с вами все существование, и мы на красной таблетке должны его разоблачить. Да? Соответственно, упражнения, которые вы проходите в первой части, они занимаются тем, они позволяют вам разоблачить ваш иллюзион. Да? Значит, вы, это еще никакое не мышление. Это мы чистим клеммы. Ну вот. Это вот. Да, значит, это никакое не мышление. Это просто увидеть, что мы живем в мире, который нам вот так предписан, он вами не создан, он абсолютно весь с вами где-то скопирован, да, вы где-то его стащили, так сказать, поукрадали, ну вот, вам его туда где-то задолбали. И вы с этим миром живете, как кто? Чертоги читали разума? Идиоты, да. Ну вот. Ну вот. Что такое идиот? Идиот — это не тот, кто не думает, а у кого есть набор ответов на все возможные вопросы. Если вы спросите любого человека, он вам скажет, что у него есть ответы на все вопросы. Ну, главное дальше не уточнять, но он находится. Да, почему? Потому что действительно на все есть вопросы. Ну, вот. Сегодня я встречался с одной из участниц Академии, ну, в рамках встречи. Ну, вот. И она мне говорит, что вы смеетесь? Да, она мне говорит, этот, как его, говорит, я как-то мало участвую в своем бизнесе. Я говорю, ну, участвуйте больше. Вот. Она говорит, ну, мне как-то не собраться. Я говорю, ну, так вы, наверное, не хотите. Она говорит, ну, как, я очень хочу. Я говорю, зачем? Да? Чтобы, я очень боюсь, что бедность наступит, все провалится. Я говорю, вообще, ты где училась? Да? И мы живем с этим противоречием, все логично. Да? Логично, что я хочу больше работать и посвящать время бизнесу. Логично, что если не буду это делать, случится катастрофа. Логично, что я не хочу этого делать. Понимаете, вот мы живем, и это вот чистая идиотия, которая составляет наше с вами бытие. Все логично, и вы даже не можете заметить, да, в чем проблема техники противоречия.
не обнаружить у самих себя эту ахинею. Вот что такое идиотия. У нас есть ответы на все вопросы, и то, что они лишены вообще всякого здравого смысла, мы этого не видим, потому что мы смотрим изнутри и оправдываем таким образом собственные там, бездействия, собственные потребности какие-то и так далее, и так далее, и так далее. Значит, соответственно, вот мы обнаруживаем с вами идиота и обнаруживаем дальше, наша задача понять, что же мы имеем на самом деле. Что вы имеете на самом деле? Как вы их любовно начали называть, да? Значит, что вы сказали до нарративчиков? Инстинкты, все правильно. Инстинкты мы имеем. Так, еще что мы имеем? Установки. Нет, а что? Это что, на самом деле? Мы их можем снести вам достаточно быстро. Ну что вы смеетесь? Вот вы просто, есть молодые, есть то постарше. Ну, те, кто постарше, они знают, что у них было куча всяких разных установок. И они себе... Я был председателем совета дружины. Комсоргом, понимаете? Ленин всегда молодой был в моей жизни, несмотря на то, что он труп там лежит. Понимаете? Потом взяли и снесли все. Это можно снести, ничего не произойдет. Если у вас одна установка поменяется на другую установку, ничего не случится. Это не на самом деле. Это иллюзион. Да? Значит, у вас есть инстинкты, у вас есть мозг, дорогие друзья, если вы не в курсе, которым вы можете научиться пользоваться или нет. Да? И у вас есть... Что? Ну, опыт есть, но вам его тоже можно снести. Вот. Это будет более травматично, вот. Но тоже он выносится. У вас есть... Так мы инстинкты записали. Ну, а что? Безусловно. У вас есть вы сами, то есть у вас есть социальное окружение. Вот что делает одно шимпанзе, даже одно шимпанзе, не шимпанзе. Улавливаете? Да? И то, что есть на самом деле, это социальные связи, которые делают вас вами. Если у вас забрать ваши социальные связи, вы превратитесь во что? Ну да, в дырку от бублика. Ну, вот. Значит, соответственно, это есть другие люди. Другие люди. Это вот у вас не отнять. Если отнять, вас не будет. Да? Значит, по большому счету, если на это все посмотреть, то мы с вами обнаруживаем очень интересную вещь. Значит, есть такой термин, называется когнитивное искажение. Вот. У нас есть в высшей школе методологии человеческий фактор, проект, да, и в рамках него есть софт-скиллы, которые работают с чем? В частности, с когнитивными искажениями. Мы потратили, наверное, я не знаю, полгода для того, чтобы найти очевидный ответ. Он лежал у нас под рукой. Значит, сколько известно науке когнитивных искажений? 52. Больше 200. Вот, значит. И они повторяющиеся, непонятно, черт знает что. Ну, вот. И дальше, условно говоря, мы занимались тем, что мы пытались... Вы же знаете, что надо все собрать в три. Да? Да? Нет? Надо собрать все в три, иначе не будет работать. И мы должны были собрать в три группы все 200 когнитивных искажений, на самом деле их еще больше. Вот. И мы их собрали. Значит, это когнитивные искажения. Когнитивные искажения. Значит, и когнитивные искажения, которые у нас обусловлены эволюцией. Какое вы знаете все когнитивные искажения, обусловленные эволюцией? Продолжение. Это когнитивные искажения, я согласен. Вот. Но из красной таблетки... Кружка Канемана, да? Кружка Канемана. Почему? Почему это эволюционно обусловленная вещь? Да, но вы должны ценить то, что у вас есть, чтобы за это бороться. Если вы не будете бороться за то, что у вас есть, значит, вы выйдете из игры в эволюционную историю. Да? Значит, соответственно, у нас прописано, чтобы мы ощущали, то, что мы имеем, в два раза дороже, чем то, чего мы еще не имеем. Да? Значит, и таких искажений вагон и маленькая телега.
Второе – связанные с органикой. Когнитивные искажения, связанные с органикой нашего мозга. Что? Со зрением. В частности, со зрением. Но это просто не когнитивные искажения, связанные со зрением. Это иллюзия восприятия и, собственно, всякая разная вещь. Ну, вот. Но есть когнитивные искажения, которые связаны с органикой нашего мозга. Потому что у нас есть ограничения. Вы не можете одновременно, значит, обнаруживать больше трех объектов, да? Но при этом у вас ощущение, что вы все видите. У вас нет ощущения, что у вас это пропало. Да? Значит, соответственно, у вас есть доминанты. Если у вас есть доминанта в голове возникает, то, соответственно, она определяет, как вы будете воспринимать все, что к вам приходит. Ну вот, условно говоря, да, это большая группа когнитивных искажений определяет тенденциозность мышления. Да? За счет чего? Ну, то есть вот у меня есть такая позиция, значит, и дальше те факты, которые ко мне приходят, я расцениваю по-разному. Те, которые подтверждают мою позицию, я им доверяю, те, которые не подтверждают, уменьшают. Было большое исследование, кросс такое, 28 тысяч человек в нем в совокупности участвовало, значит, разные когнитивные искажения на тенденциозность анализировались, ровно в два раза, как с Канеманом, значит, мы, значит, наши и другие отрицаем. Почему? Потому что у нас есть доминанта. После того, как возникла доминанта, мой мир таков, как и вы, мои доминанты. Кто сказал? Вот, все, да. Так, значит, соответственно, там. Или то, что вы. Ну ладно, значит, ну, допустим, три объекта, да? Третья группа, как вы думаете, что туда попало? Что-нибудь. Или. Да, вот про органику. Значит, то, что вы приняли решение, а потом его оправдали. Это чистая механика мозга. Потому что решение принимается глубже, оно принимается на уровне подкорковых структур, значит, а после этого только включается кора, которая добегает и оправдывает наше решение. Да? Так, это корково-подкорковые отношения. Так, и третье, что? Кто говорил? Правильно, ну, социокультурные. Социокультурные искажения. Значит, помните свой первый заход в помещение со своей группой? Нет, вы зашли и подумали, что с этими людьми в этой жизни вы а. никогда бы не встретились, б. никогда бы не зашли в одну комнату, с. не стали бы разговаривать ни при каких обстоятельствах, да? Ничего подобного. Значит, ну, я же читаю ваши письма. Вот. Да. Значит, и я точно так же знаю, что когда вы будете писать 16-е письмо, вы в нем напишете: «Боже, какие вот это, мы будем в десна». Ну, значит, да? Почему? Потому что у вас есть представление, что если человек старше вас по возрасту, то вы не сможете найти с ним общий язык. Да? Если он занимается чем-то другим, вы тоже думаете, что, в общем, это. Значит, если вы старше, вы студент, он вообще что вам может сказать и так далее. Да? Значит, у вас есть куча ярлыков. Эти ярлыки – это наши когнитивные искажения. В конце курса вы узнаете, что вы были под воздействием когнитивных искажений в начале. Да? Эти когнитивные искажения имеют широкую, как бы, массу. Да? Женщины глупее мужчин, что там еще? Да, эти черные, значит, это, если восточные, значит, эти, как его, агрессивные, и так далее, и так далее, и так далее. Куча когнитивных искажений, которые определяют то, как вы ориентируетесь в мире. Куча ярлыков, позволяющих вам в этом мире ориентироваться. Да? Значит, вот, соответственно, ладно, вот ярлыки. Да? Теперь возвращаемся, что мы с вами сделаем на курсе. Обнаруживаем ли мы эволюционные проблемы, связанные с, как бы сказать, долги? Да? Вот это все. Обнаруживаем ли мы с вами ограничения, связанные с работой мозга? Да. Обнаруживаем ли, что наши ярлыки, ценности и так далее, вот это все безобразие? Тлен. Значит, соответственно, что мы делаем? Мы пока только учимся избавляться от когнитивных искажений. Да? Полгода мы искали. Нашли герои. Вот. Так. Поняли, что на красной таблетке?
Меня сегодня Дарья спрашивала, что конец, значит, эффект, результатом будет эффективного прохождения курса «Красный тарелет». Я думал, вообще не говорю, меньше будет сидеть в этом, в телефоне, в Инстаграме, раз, значит, да, будет как бы уметь формулировать, там некоторые сейчас мне пишут, изменился стиль моего письма. Вот, значит, дальше будут лучше общаться с другими людьми, да, обнаружат, соответственно, чего они в том или ином мире хотят больше или хотят на самом деле, и что скрывается за их фактическими поступками и действиями, да. Никакого конкретного результата нету, потому что мы просто боремся с когнитивными искажениями. Если вы побеждаете когнитивные искажения, то увеличивается ваша эффективность, да. К мышлению пока ничего не имеет отношения, потому что мы с вами просто чистили клеммы. Так, поняли? Все, уходим. Так, значит, дальше. А теперь у нас следующий этот. Кто «Чертоги разума» читал? Вот смотрите, большая часть. Так, значит, «Чертоги разума» — это книжка вот про того самого идиота, да? Значит, но на самом деле здесь мы делаем, как бы сказать, такое семь, закладочку, да, вот, называется «Либид». Вы про «Либиды» ничего не понимаете, ну, вы, конечно, вы все поняли, но, вот, но на самом деле вы не понимаете, потому что понять это невозможно, да, невозможно понять, что вы приняли решение, до того, как вы приняли решение. Это выглядит несколько идиотично, согласитесь, да? Ну вот. Но медицинские факты и прочее, это говорит нам о том, что решение, которое мы принимаем, принимается на бессознательном уровне, принимается, сейчас мы уже в ряде экспериментов показываем и 8, и даже 12 секунд, я уже видел исследование, за 12 секунд можно предсказать, какое решение вы примете сознательно. Да? Значит, вообще, что ваше сознание значит? И чем вы думаете? Это главный вопрос, который необходимо решить на «Чертогах разума» на курсе. На втором курсе вы решаете главный вопрос, чем вы думаете. Значит, ну, у вас есть ответ, вы думаете мозгом. Да, вот. Всем хорошо. Вот, значит, в чем как бы фишка и задача «Чертогов разума»? Это курс совсем другой. Вот, он построен по-другому, он ощущается по-другому, он работает по-другому, потому что наша задача состоит в том, чтобы обнаружить это дело. Каким образом мы это делаем? Как вы думаете, как можно обнаружить, чем мы думаем? Что? Ну, действиями, понятно. Называется фрустрация. Значит, если вы думаете, как вы думаете, что вы думаете, вот, и вам же все понятно, и вы вот это все надумали, то задача состоит в том, чтобы постоянно фрустрировать ваше то, что на уровне сознания выскакивает как решение. Задача состоит в том, чтобы дискредитировать то, что вы считаете своим мышлением, чтобы услышать в себе свое действительное мышление. У кого вторая сигнальная система, как бы сказать, цементирует голову, им это очень сложно. Да? Они говорят, дайте мне определение, что такое факт. А там так, ну, это такое, знаете, это. Вообще, может, его и нету, но вы его так просто повесьте на доске, чего вам... Нет, я хочу определение. Да, значит, да, и это сложно. Поэтому вообще курс весь фрустрация. Это последовательный проход через как бы целую харибду, значит, через вот эти вот всякие как бы препятствия, да. И сейчас после каждого занятия вы получаете видео, на котором вам рассказывается все, что с вами происходило, да. Сейчас вы в письмах иногда обнаруживаете, я, там у вас что-то случилось, я говорю, ну вот у вас случилось то-то, значит. Про предыдущее занятие. Здесь после каждого занятия вы будете получать разъяснение того, что с вами на самом деле происходило. Значит, делать мы это будем каким способом? Мы будем
Сложный интеллектуальный объект строить. Сложный интеллектуальный объект. Да? Значит, мы будем создавать такую махину, значит, для того, чтобы... Какая цель? Нет, вообще очень примитивно, просто для того, чтобы вы усвоили концепты. Значит, необходимо усвоить концепты, с помощью которых вы будете структурировать то, что у вас происходит. Представляете, вы не, как бы мышление происходит там вот без вашего участия. Он там варит, крутит, потом вам выплевывает, да? Разводись или там беги жениться. Вот. Выплевывает вам соответствующее решение, проанализировав те факты, которые там есть. Да? Значит, если вы не можете это ни, про это никак говорить, да, вы должны это схватить как-то. Схватить как задачу, я не знаю, как то, что происходит на самом деле с вами. И для этого вам нужны специальные концепты. И вы узнаете концепты тяжести, их почувствуете, сложности, там, я не знаю, точек обзора там, и так далее. Вы получите кучу всяких разных концептов, которые позволят вам в процессе того, как вы будете строить этот интеллектуальный объект и будете социально взаимодействовать в этот момент, вы поймете, что это такое, какова та терминология, которая позволяет схватывать интеллектуальный процесс. Так. Значит, а кем мы схватываем, где этот происходит? Кто читал? Дефолт – система мозга. Значит, вещь действительно совершенно уникальная и странная. Что сделало человек… Как это? Есть такое высказывание – труд сделал из обезьян человеком. Знаете? Согласны? Что в Советском Союзе? Значит… Эти наши предки практически 3 миллиона лет назад научились уже делать первые орудия. Мозг начал расти и развиваться где-то 1,5 миллиона лет назад. Начался рост как бы, мозга как такового. А вообще все, что мы знаем про человечество, начинается 200 тысяч лет назад - 30 тысяч лет назад. Да? Значит, очень давно были орудия. Если вы посмотрите, есть книжка хорошая, интересная, Франца де Валле, «Настолько ли мы умны для того, чтобы понять ум животных?» Да? И он там рассказывает, насколько удивительные штуки именно с орудиями могут делать там самые разные животные, и включая, конечно, шимпанзе и прочих приматов. Так что нас сделало людьми, если не труд? Товарищ, вот все, не знаю. Так, социальность. Да? Почему? Потому что 200 тысяч лет назад начали образовываться достаточно крупные племена, пришлось удерживать внутри своего сознания большое количество людей и их взаимоотношения с друг с другом. Ну, не людей, а там пралюдей, предлюдей там, и так далее. Вот. А после этого, к 30 тысяч лет назад, это все стало как бы расти уже в геометрической прогрессии, стали появляться поселения, которые больше, чем, значит, больше, чем то, что способно удержать в ДСМ, это 150 человек. Значит, ну и, соответственно, в ДСМ это то, что, значит, и стало использоваться нами, как и с этим, с увеличением этих стай начинается интеллектуальный взрыв. Да, появляется язык, это появляется письменность, появляется там то все пятое, десятое. То есть почему-то вдруг обезьяны, которые долго-долго жили, да, у них были достаточно большие мозги, у них были орудия, но интеллектуальный прогресс начинается только в тот момент, когда они создают большую социальность. То есть они могут теперь думать лучше, потому что они что-то уже научились делать. И это что-то, думание о всех отношениях соплеменников для того, чтобы определять, как в этой конструкции выжить. То есть вы должны знать про каждую мартышку в своем племени, кто у нее папа. Помните это? А кто у нас муж? Волшебник. Так надо было сразу говорить. Ну вот, значит, важно, никто не смотрел, да?
Да, значит, вот. Да, и мы должны знать для того, чтобы строить взаимодействие. И мы должны знать, кто с кем взаимодействует. Там, на какую самку можно взгляд положить, на какую лучше сразу куда-нибудь бечь и, как бы сказать, не отвечивать, и так далее. Значит, это сложная интеллектуальная деятельность, которую наш мозг учится делать. Именно на эту систему, дефолт-систему мозга, которая включает в себя все вообще базовые отделы, это и лобные доли, да, медиальная префронтальная кора, и поясная клиновидная извилина, это, по сути дела, весь как бы остов, на котором стоит мозг, да, это теменные доли, которые создают пространственные все вещи, да. Почему у нас, почему пространственные? Степень родства, да, дальний родственник. Обезьяны распределены в пространстве, и мы должны понимать, что мы заходим, например, на чужую территорию. Да? Что такое, например, корпоративные игры? Вот это и всякие разные там это штуки. Каждый отгрыз себе территорию, да? И дальше любое движение к чему производит? Это моя территория, мое представление, значит, о том, кто здесь мой, кто не мой, кого пущу, кого не пущу, залезли на мою территорию, всех поубиваю. Кстати, должен сказать, что территориальный инстинкт значительно более мощный у обезьян, чем иерархический. То есть если это территория какой-то мелкой обезьяны, и к ней приходит доминантная обезьяна, то она знает, что это ее территория, доминантная обезьяна встает в позу выпрашивающей. Потому что она знает, что если она зайдет, ее будут убивать. Ну, она сама сдохнет, ну вот, в процессе борьбы, но она будет биться до последнего. В иерархии такого нет. В иерархии все, и там разобрались, разбежались, нет проблем. Так, значит, соответственно, у вас огромные области коры заняты тем, что они вычисляют отношения одних субъектов по отношению к другим субъектам. Да? И они все находятся в каких-то взаимосвязях. Более того, вы сами есть перекрестие этих взаимосвязей. Да? Значит, что говорит человеку, который потерял там семью, например? Не осталось никого. Ну, не осталось никого, это констатация факта. А что он говорит субъективно? Не, он сам субъективно что говорит? Да, вообще нет смысла жить, все потерялось, ничего нет, ничего нет. Ну, как, все есть. Ну, просто несколько человек нету, а вообще все остальное есть. Для него ничего нету, потому что у него выпали ключевые элементы системы, и он просто не может себя восстановить. Он как бы разваливается, у него нету как бы существования собственного. Да, и именно эта конструкция начинает нами использоваться как расчетные мощности нашего мозга. Расчет отношений. Любой интеллектуальный объект, который вы возьмете, это набор отношений. Ну, возьмите, например, политику. Да? Там есть куча элементов всяких разных, которые находятся друг с другом в отношениях. Да? Возьмите любой бизнес. Это куча всяких разных отношений. Заказчиков, подрядчиков, там, этих, как его, клиентов, этот, бухгалтеров, экономики. Тут сидит финансовый, тут этот, налоговый. Там, тут пришли, значит, пришли. Что у вас за музыка играет? Вы заплатили в РАО? Я член, по-моему, до сих пор еще этого РАО. Вот, да, значит, это сложная система. Все находятся в отношениях с друг дружкой. И это вот отношение мы и держим в голове. Понимание бизнеса – это понимание всех этих связей внутри. Точно так же, как понимание отношений всех людей внутри племени. Поэтому для того, чтобы разогнать нашу дефолт-систему, мы там выстраиваем внутренние стаи. Выстраиваем их и пересобираем для того, чтобы мозг почувствовал на самом деле, что такая эта структура, которая просчитывает у вас сложные интеллектуальные объекты, насколько она мощная. На самом деле она у вас у всех мощная, но хреновая. Значит, почему? Потому что что такое умственная жвачка? Умственная жвачка, да, значит, смотрите, умственная жвачка это вот незавершенный гештальт, все правильно. Значит, умственная жвачка – это набор проблемных ситуаций, да? Конфликт с начальником, как бы сказать,
конфликт, ну ладно, со второй половиной, с родителями, с друзьями. Ну, может, не конфликт, может быть, обязательство, может быть, там еще что-то, может быть, там еще, ну, как бы, черт его знает. Значит, это вот целиком все сидит в вашей дефолт-системе мозга. Дальше у вас есть окно восприятия. Оно у вас очень ограниченное. Вы задумались. Я спрашиваю, о чем задумался? Вы говорите, ни о чем. Да? Почему? Потому что, когда я обращаю луч внимания на тему, которую вы думаете, она сразу же исчезает. Она думается там сама по себе. Вы сидите, задумались, и у вас про то, про сё, про пятое, про десятое в голове возникает. И вот окно восприятия у нас очень ограничено. Мы можем воспринять один интеллектуальный объект в единицу времени. После этого по системе ассоциаций вы перейдете к следующему интеллектуальному объекту. И этот в этот момент забудется. Ваша дефолт-система работает не целиком. Она работает вот про это, про это, про это, про это, про это. Вы как бы кусочните. Если мы представим, что это сервер, да, то вы, у вас в этом сервере ну, одна зона работает. Да? Вы же не берете, сейчас я все разберусь со своим бизнесом. Сейчас сяду, и вот пока не разберусь, не встану. Было такое хоть раз в жизни? Я вам должен сказать, один раз это бывает. Вот. Но не один, а как бы есть одна метода. Это экзамены. Значит, ну, я не знаю, сейчас, наверное, экзамены, конечно, другое. Но в наше время, если был экзамен, значит, у тебя, как бы ты находился в конструкции, при которой у тебя все это разговаривало внутри головы. Все аминокислоты разговаривали со всеми, там, все кости разговаривали со всеми мышцами там, и так далее. В любой момент тебя можно было... И вы запихивали это туда в ужасе 3 дня, там, 3 ночи, 3 это, да? У вас там все это... И вас спрашивают, главное, чтобы вот донести, вот это было ощущение, да, вы донести, потому что оно может рассыпаться, да? Если зададут вопрос, да, вот вы стоите у двери, там, вам сейчас будете заходить, и вам кто-то говорит, слушай, а вот там... И вы думаете, разольется вообще, вообще не приставайте ко мне, да, ну вот. Да, вот вы как бы загружали, это, потом вы так это все у вас сливалось, такой, вы выходили. Да, потому что на самом деле как бы опыт, объем вашего взаимодействия с этим сложным интеллектуальным объектом был низкий. То есть, вот когда вы ходите на работу, вы регулярно сталкиваетесь со своими начальниками, со своими подчиненными, со своими сотрудниками там, и так далее. Постоянно происходит экспозиция. Когда вы 3 ночи учите, вы включаете всю эту конструкцию, но она вся развалится, потому что в ней нету достаточной экспозиции. Преподаватель, который в этот момент сидит там напротив и принимает у вас экзамен, почему у него нету никакого дискомфорта? Он же все это, по идее, должен знать, он вас поэтому экзаменует. Потому что у него высокая экспозиция. Он уже это много раз делал, и ему собрать эти интеллектуальные объекты ничего не стоит. Да? Что такое 10 тысяч часов? Это когда вы можете очень быстро собрать всю эту схему, и это будет сложный интеллектуальный объект. Да? 10 часов, 10 тысяч часов врач работает в клинике, да? Он совсем встречался экспозиции много-много раз, значит, и, соответственно, он может одновременно загрузить внутрь своей головы весь как бы, арсенал знаний, да, в которых он этого человека, который пришел к нему с болезнью, растягивает как лягушку на препаровальном столе. Хороший бизнес-консультант растягивает бизнес так на этом столе. Да? Хороший психотерапевт рассказывает психическую всю структуру на этом столе. Улавливаете? Вот. Но обычно мы экономим. И мозг – самая прожорливая, самая, как бы сказать, энергозатратная часть тела. 2% жрет 20% энергии. И поэтому мы то одно, то второе, то третье, то четвертое, то пятое, то шестое. Да? Значит, это вот как семейство внутри вашего племени. Семейство вождя, семейство, значит, брата вождя, семейство это все, там, и так далее, и так далее. Вы знаете, кто кому относится, кто кому взаимодействует, там, и так далее. Думаете ли вы о всем племени сразу? Нет, но если вам скажут, кого сейчас мы тебе отрежем
ногу, вот, и давай реши правильно только, что там с другим человеком сделать. И вы сразу сообразите, кто там, семь, там, туда, сюда, пятьдесятые. Надо только вас в стресс вогнать, и вся эта штуковина внутренняя стая вырастет во всю мощь. Вот, поэтому наша задача состоит в том, чтобы заставить нашу дефолт-систему включить одновременно все эти семейства и увидеть отношения между всеми элементами системы. И только в этом случае вы получаете факт-карту, которую мы здесь учимся создавать, такую, в которой вы видите, что вам следует делать. Потому что задача мышления — это не просто нарисовать карту реальности. Задача мышления состоит в том, чтобы знать, что сейчас делать. Ничего другого не нужно. Некоторые думают, что мышление — это я сейчас вот это создам сложную теоретическую конструкцию и буду… Так не работает. Нужно создать конструкцию, которая позволит вам сказать, что вам сейчас нужно делать. Каков следующий шаг? Дальше ситуация изменится, перестроится там и так далее. И вы снова должны будете реконструировать ее и снова делать следующий шаг. Вот задача, которую мы здесь это воспринимаем. И дальше вы начинаете ощущать в голове гул. Это не психиатрическое заболевание. Вот. Я у вас штатный психиатр. Вот. Если было бы, я бы вам сказал. Не сомневайтесь, мне это нравится, вот, когда есть это говорить. Вот. Но мышление начинает гудеть внутри головы, вы начинаете это проворачивать, это начинает внутри крутиться, и вы можете это схватывать с помощью тех концептов, которые у вас есть. Итак, мы почистили клеммы, убрали иллюзии, там то все, поняли, что, с чем обладаем. Такой набор так себе. Да? Вот. И дальше мы, соответственно, почувствовали, что у нас в голове есть это существо, ну, условное, дефолт-система мозга, которое мыслит, принимает решения и потом сообщает о них нашему сознанию. Задача состоит в том, чтобы с этим существом войти, как бы сказать, в дружественный контакт, чтобы вы могли при любой задаче загружать туда весь объем интеллектуальных объектов. Сколько вам нужно времени для того, чтобы загрузить интеллектуальные объекты по теме? 23 минуты 15 секунд. Я люблю эти 15 секунд. Все просто, они видят, на слайде написано, 23 минуты 15 секунд. Вот данные исследования. Они говорят, ну прямо вот так. Это вот к вопросу, что такое наука. Наука дает среднюю по больнице. И средняя по больнице может быть 23 минуты 15 секунд. И поверьте мне, если я создам стрессовую ситуацию, 23 минуты превратятся в очень, да, быструю, так сказать, эту. Вот. Но нам стоит действительно задача для того, чтобы загрузить все интеллектуальные объекты в голову и так далее. Если вы занимаетесь каким-то проектом, и он у вас там крутится, вертится и так далее, потом приходит другой клиент и говорит: «А, мы тут на прошлой неделе с вами обсуждали, и я подумал, что…» И вы такие смотрите: «О, что ты подумал? Зачем ты это сделал?» Да? Вот. И дальше это: «А, ну да, это вот это, вот это, вот это». Да? Что-то выгружается из дефолт-системы, что-то загружается в нее, и вы реагируете и действуете. Вот. Значит, задача – чистим клеммы, обнаруживаем, что у нас в голове есть дефолт-система. Научились ли мы думать? Нет. Мы просто получили опыт мышления, опыт сборки интеллектуальных объектов, опыт, когда работает целиком вся дефолт-система, и не потому, что у вас экзамены, и это вопрос жизни и смерти стоит на кону, сдадите вы его или нет, да? Вот. А потому что вы сами озадачены соответствующей проблемой. Улавливаете? Ну что, а зачем троица нужна? Используют разные типы мышления. Вот, правильно, кто это сказал? Значит, вы? Поменяю как раз. Да, я уже давно тут сам с собой разговариваю.
Вот, значит, ну, на самом деле, все, кто читают Троицу, думают, что Троица про психологические типы. Ну, вот. Ну, это в каком-то смысле так, и это практическое приложение, знание о том, что такое психологический тип. Но я вам должен сказать, что без Троицы, без этого курса, вы никогда не поймете, что такое другие психологические типы. Потому что, что бы вы ни хотели, вы будете это рассказывать из своего способа мышления. Ну, то есть у вас есть способ, он правильный, да? И, соответственно, когда вы видите другого, вы говорите, у него вот такой, да? И вы, конструктор, логически объяснит последовательно, да, кто такой рефлектор. Это же все. Ну, вот. А рефлектор все подумает про конструктора, так сказать, без всякой логики. Просто одним, так сказать, припечатает. Вот, значит, действительно, для того, чтобы понять разные типы мышления, невозможно исходить из собственного мышления. Мы все равно это видим теми глазами, какие у нас есть. Значит, что делается на курсе? На курсе я создаю конструкцию, при котором вы сталкиваетесь с разными типами мышления и смотрите друг на друга, как бараны на новые ворота. Реально? То есть, ну, первую троицу проходили люди, которые, так сказать, знали друг друга уже как бы в Академии смысла, как бы сказать, не первый день замужем, год или что. Вот. И они вдруг обнаруживали, что они общались с другим человеком. Потому что он совершенно по-другому видит и воспринимает реальность. Значит, в основе этого лежат понятные нейрофизиологические механизмы. Значит, ну, это корково-подкорковые отношения. То есть если мы с вами берем мозг, то у нас здесь с вами есть кора, да? Здесь расположены серые клеточки. И у нас есть с вами подкорковые ядра, в которых тоже расположены серые клеточки. Да? Всего 87 миллиардов нервных клеточек серых, из которых 50 в мозжечке, а остальное по-братски делится между корой головного мозга и подкоркой. Что такое серая клеточка? Читали мы детскую книжку «Как устроен мозг». Значит, у серой клеточки есть длинный отросток, которым она сообщает что-нибудь, что она думает про все происходящее. Теперь представьте, что у вас здесь вот есть клеточки, которые сообщают сюда. У них один канал сообщения. А здесь есть клеточки, которые сообщают сюда. Теперь представьте, что есть люди, у которых вот клеточек, сообщающих сюда, условно больше, чем сообщающих отсюда сюда. Ну, интенсивность течения по ним как бы нервных связей. И вы получаете двух совершенно разных людей. Для одних сначала по короткому пути они схватывают ситуацию сразу. Когда рефлектор входит в комнату, он сразу знает, чем все будет закончиться. Сразу, ему даже не надо все. Его спросят, почему? Он говорит, вам не подходите ко мне. Вот. Он знает сразу, потому что по короткому пути он это считывает на уровне каких-то абсолютно физиологических реакций. Вы попросите его объяснить, он что-нибудь объяснит, но это будет уже полная ахинея. Вот. Дальше заходит конструктор, да, у него вторая сигнальная система ОГОГО, да, он заходит в полном недоумении, что тут происходит, потому что ему пока это не назвали. После того, как это ему назвали, у него сразу есть алгоритм действий, который необходимо сделать. Если это пьянка, выпиваем, если это театр, сидим конструктор, да, если вы ему, он приходит на пьянку, и вы ему говорите, это театр, он садится и смотрит, что происходит. Вот. Почему? Потому что вот эти клетки активизировались и сказали, что должна испытывать его подкорка. Да? Да. И, значит, соответственно, у нас с вами есть вот эта дефолт-система мозга, которая располагается как бы, она максимально прилегает своей клиновидной извилинной, как его, продольной извилинной, он прилегает к подкорке. И вот оттуда вот так выходит в кору. Это вот как раз то, что практически вот как бы совсем между этой дефолт-системой находится. Да, и что делает дефолт-система? Она, ну, да, вот, значит, вот другой человек один вот внутри этого нашего племени, да, вы его знаете, потому что вы знаете его отношения с другими
персонажами племени. Да? Ну вот вспомните свое детство. У вас в классе, в каждом классе был мальчик для битья. Да? Ну, обязательно надо найти ребенка, на которого будут сливаться это внутривидовая агрессия этих маленьких придурков. Вот, да, значит, причем если вы соберете всех мальчиков для битья в одну группу, вот, то они обнаружат своего мальчика для битья. Ну, вот. Почему вы знаете, что это мальчик для битья? Потому что все приходят и его бьют. Да? Значит, мы понимаем все системы отношений его с, как бы сказать, со всем пространством. Или там есть, как этот, ботан, или как это называется, да? Почему вы знаете, что он такой? Потому что все подходят к нему и говорят, да, все, конечно. Ну вот, значит, мы определяем сущность другого человека по его отношению с другими людьми. Да? Платон в свое время назвал это как? Эйдосом, да? Ну вот, сейчас по-научному это называется что? Эссенциализм, от слова эссенция, сущность. Да? Мы предполагаем, вы все предполагаете, что у вас есть личность. Что абсолютная галлюцинация, да? Но вы можете сказать то, что у вас есть отношения с другими людьми, и вы ощущаете себя как личность. Я появляется когда? Да, в 3 года, когда я протестую против всех этих гадов, которые, значит, наступили на мою человечность. Вот. До этого мне мое «я» не надо. Мне нужно «я», кризис 3 лет, да, когда главный симптом кризиса 3 лет – негативизм. Что бы мне ни сказали другие, я пошлю их на 3 буквы. Я их знаю, все только 3, но «я» и все. Вот, значит так, соответственно, эссенции. Мы определяем сущность. Да? Что такое дефолт-система? Она определяет сущность того, что происходит. Теперь представьте, возьмите в бизнесе, например, понятие дохода. Вот как вы мне объясните, что такое доход? Входящие деньги, так. У нас уже получилось какое-то движение, да? Так, ну, уже хорошо. Еще что? Так, значит, у нас тут же появляются клиенты, да, которые приносят нам деньги, да? Нам это кто такие? Кто мы здесь? Да? За что они нам приносят? Да? Потому что мы произвели. А откуда мы произвели? Потому что нам поставили. Да? Доход, эссенция дохода, да? Сущность дохода – это результат этих всех отношений. Это работает ровно точно так же, потому что это собирается дефолт-системой мозга. Улавливаете? Итак, значит, у нас с вами есть сущность, которую обнаруживает… мы вносим сущность во все, что угодно. Как дети вносят сущность в игрушку. Да? Да. Они начинают ее там холить, лелеять там, и так далее, и все. Это вот наша способность обнаруживать эти системы отношений. Так, дальше у нас есть логика, причинно-следственные связи, все, что у нас, соответственно, к корковым областям относится. Да? И третье, что у нас есть, это образы, ну, аффекты, вот, глупое слово эмоции, да, нету никаких эмоций, есть разряды, вот, которые подтаскивают у себя соответствующее корковое образование. Вот, значит, соответственно, у нас с вами есть способность видеть сущности, у нас способность есть строить причинно-следственные связи, которые способны эти сущности схватить, да, и сформулировать. Да. Я вам сказал, вы же понимаете сущность дохода? Вы говорите, да. Я говорю, а что это такое? Да? Нужно построить причинно-следственные связи. Это работа. Вот. Но конструктор по-другому не скажет. Доход, он скажет, потому что он так только его понимает, он в театре. Вот, значит, и образы. Да? Образы – это восприятие, да? Потому что для рефлектора не существует дохода. Гонорары уже звучит лучше. Ну, продолжайте, вы на правильном направлении. Да? Ну, вот. Для него все, насколько для него это значимо. Это очень такая как бы тонкая материя для ощущения, насколько мне это, как бы сказать, зачем мне все, вот, нахрена Казя Баян, когда она веселая. Да? Значит, соответственно, мы, осваивая эти 3 способа сборки, это разные 3 способа сборки. Усматривание сущности, создание причинно-следственных связей и определение ценности того, с чем мы имеем дело. Да? Мы можем собрать интеллектуальный объект, который будет отвечать нам, сложный интеллектуальный объект,
и это векторное кольцо, которым мы обучаемся, вот, которое отвечает нам на три вопроса, которые вы всегда должны задавать себе, своей жизни, всему, что вы делаете, там, и так далее, и так далее, и так далее, для того, чтобы собрать его максимально сложно. Значит, конструкторы видят причинно-следственные связи. Центристы видят сущность во всем и не могут объяснить, что это такое. Для рефлекторов важна ценность этого всего происходящего. И это три вопроса, на которые мы отвечаем. С чем мы имеем дело? Что это такое? Если вы не схватили что-то в реальности, что-то как результат вот отношений, в которых это состоит, это вы ничего, вы никуда не сдвинетесь. И вы не схватили самого главного, что есть. Объяснять можно все, что угодно. Если вы не схватили в реальности что-то, тот самый условный факт, и это не будет работать. Причинно-следственные отношения отвечают на вопрос какой? Как? Как мы будем это делать? Да? Потому что мы выстроим набор понятий, конструкций там, и так далее, которые позволят нам достичь нужного результата. И важно понимать, зачем мы этот результат вообще делаем. Потому что если мы не понимаем ценность, мы не понимаем, как мы это продадим, условно говоря, да? А мы все находимся с вами в бесконечно товарных отношениях, да? Потому что вы одному человеку улыбнулись, что вы ждете в ответ? Две улыбки. Вот. И вы должны понимать, зачем. Вот. Значит, соответственно, этот способ сборки сложных интеллектуальных объектов уже есть мышление, потому что это не просто работа ДСМ, это осмысленная работа ДСМ, при которой вы осмысленно картируете определенную реальность и создаете сложный интеллектуальный объект из интеллектуальных объектов попроще. Вот что такое Академия смысла.